Кажется, есть бизнес-план. Молодой миллионер из Москвы ищет вторую половинку. Что, миллионер? Встреча стоит 5000 рублей. Встречу мы с ним организуем. Там уже очередь большая. Мне больно. Я 10 лет себе мужика в Томске не могу найти. Вот это больно. От желающих отбоя нет. Слыхали, завтра к нам миллионер из Москвы приедет. Буду обольщать.